Всем привет! У нас прекрасная погода, солнце светит, птички поют. Главное, настроение хорошее. Зонтик, может, ровнее будешь держать? Да не маси уже. Да ладно тебе. Так, как, куда она? Вот, да, ты меня вот тут на поворотике ведешь, я бегу, мусор выкидываю. И идем направо на остановку. Все. Побежала? Давай бегом по трамваю. Меню. Ужа. Надо было стать так, чтобы люди в лужу захотели. Боже. Кто-то устроился контент. Меню. Старая баночка лопнутая. Лопнула. А где? А ты где? Идем сюда. Она меня пошла ждать на ту сторону. А теперь я стою мокну. Она с моим зонтом. Ай, жучка. Да, спасибо. Вот направо она знает этот самый. Все, спасибо большое, она мокла. Да не можно. Я откуда возьму? Какая погода сегодня, а? Нет слов. Так, и всем привет. Ой. На машине. Погода сегодня, конечно, ну вообще так себе. Костика с Артемом оставил возле подъезда. Так проще, сейчас за ними лучше подъеду. А то такие лужи на улице. Дождь идет с самого утра. И обещают до самого следующего дня, до обеда идти, что будет. Поэтому вот как-то так. А, кстати, Таня с работы сегодня на несколько часов, даже на 3, получается, часа. 2-3 часа, короче, раньше закрылась. А вообще могла и даже не выходить с такой погодой. Давай, давай, не наступай на лужи, переступай порог, Тём. И залазь. Знаешь, сколько тебя не было? Закрывай. Я давай я подъеду. Закрывай, я подъеду. Знаешь, сколько тебе минут не было? Сколько? 3 минуты 28 секунд. Вот, смотри. Пап. Пап. Еще чуть или нормально? 3 минуты 28 секунд. Спасибо. Пап, смотри, тебя не было. Хорошо, сколько? Хорошо. Все, едем. Да, погодку на сегодня можно было бы и лучше, да? Мариан, ну что реально, как ты говоришь, с туманом, да? Туман, дальность прорисовки. Ой, капец. Дальность прорисовки, видимость такая себе. Видимость прорисовки? Дальность прорисовки. Выиграй перерыв, что-то свои приколы. Видимость, короче, говорю, не очень. Типа из-за вот этого всего дождя, из-за того, что сейчас происходит с погодой, ну так себе. Сейчас бы хотелось солнышко, ну, ну все идеально было бы интересно. И прикинь, ты же видел, на 3 дня еще. Целый день. Не, ну, поэтому я говорил, ну да, вчера была более-менее погода такая, да? Угу. Типа я говорил, можно было все-таки остаться на палатках, но не. Но не. Но не. В смысле остаться? Потому что сегодня, завтра, послезавтра будет вот такая вот. А ролики кто будет делать, остаться? Да, вот уж, да. Ага. Есть зрители намного важнее, конечно, чем отдых. То есть и полезное, приятное с полезным. Конечно. Всего по чуть-чуть. Так, надо забирать быстрее Таню, потому что кто-то там, наверное, уже мокрый. А мы в машине сидим тут. Охлаждаемся. Сухие. Там такой. Это специально в... Да, это специально в лужу, я так и поняла. Багажник откроешь, пожалуйста? Блин, офигенно. Ага. Они такие прям вот... Насыщенные. Потрясающе. Багажник открывай, говорю. Быстро задом ко мне. Избушка, избушка. Офигенно. Тебе кто-то что-то сказал за них? Да. Что? Офигенно. Что именно? Непременно. Все будет офигенно. Или лосины или то, что под ними? Все. Мне сказали, я что, похудала? Ой, мне мама звонит. Залазь. Залазь ты уже, зай. Поехали. Костя первый раз увидел зонтик, который работает в обратную сторону. Серьезно? Да. Я не знал, что такое. Подвинь чуть-чуть себе вперед еще. Чуть-чуть, перетолкай чуть. Мам, часы держи. Назад. Тебе часы. Ой, спасибо. Пригнал Тёма. Только не знаю зачем. Не знаю, я же тоже не... Блин, ну ладно. Все, короче, едем дальше. Так. Так, нам надо сейчас поехать туда, куда мы не попали вчера. Молитесь, чтобы мы
Молитесь, чтобы мы туда сейчас попали. Да, пойдем. Туда, не знаю, все куда, нормально. Для чего, не знаем зачем. Идеально. Вот это вот тебе самому больше нравится. Отлично. Зато мы знаем. Это чтоб Тёма ножки не намочил. Говорю, это чтоб Тёма ножки не намочил. Правильно. Все, давайте, 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 что стоим. Смотри на ехидное лицо Тёмы. Тёма, тебя Костя усыновит теперь. Что он сказал? Да что? А что он сказал? Не знаю. Что с... С его роста нормально так все видно. Ты понял? Так. Во-первых, 250 гривен, во-вторых, он со спинкой. Дай мне. А в-третьих, я туда его сел за... Не. Ой, мне вот тебе нравится. Какие? Да не, то все ерунда. Вот, а этот, вот этот стульчик, он чисто, хруси его нету. Металл. Да, у нашего намного лучше даже металл. Если что, на нашей, я же тебе говорю, вот эти чехольчики лучше пошить. Ну, ты понял, взять эту, как его? Брезент? Да, брезент. И пошить его, и будет намного интереснее. Оливьесочка. Моя любимая. Молодец. Там курица печит. Что, вы, Тёма тоже что-то будет, да? Котлетку одну нагреть. Нагреть. Кого Тёма хочет? И две ложки гречки. А лучше одну. А лучше одну, да. А я взял корзинку. А ты тоже будешь? Горячие. Води сюда. Кто горячая? Мы же повернемся, мы посмотрим, горячая или нет. Тёма не толкает. Горячая. Горячая. Горячая? Кто? Не знаю. Котлета или Таня? Котлета и Таня, да? Я Костя толкаю. Ничего, такой выбор этих, да? Угу. Морепродукты. А это ж мы тут зеленую какашку покупали, тебе понравилось? Кидай. А чё? Кидай. Не знаю, мне она не понравилась. Хочешь, можешь взять. Ну, она такая, даже мало безвкусная, я бы сказал бы, да? Что это вообще такое? Это трава. Трава? Да. Да, это... Подорожали. Привет. Конкретно. Я их, помню, за 180 не хотела брать. За 140 мы не хотели их брать. Да, за 140, за 140. Потому что дорого было. А теперь 300... И то, 53. Вот, купить, допустим, килограмм. Ага. И половина... Ну да, отходов там, да. Хек 140. Хек подорожал. Ну да, ну да. Что я могу тебе сказать? Замыкать. Что ты долго решаешь, что взять? Я не могу найти артикул. А у тебя же телефон есть. И он пикалка есть, если что. Ты уже здесь минут 40 стоишь. Я забыла, что... И сколько я потратил времени? 10 секунд. 66-20. Умничка. Кидай. Зай. Мама, она реально тут стояла минут 40, не могла понять, что ей делать. Это пошли. Да, как раз да, Тёма, на улице вот такая погода для мороженого. Что ты собралась брать уже? Овощи. Ой, да ладно, что это такое? Это будет окрос. Не, я понимаю, в такое время редиска. Да. Это я. Ну, то ты, то понятно. Ты дома. По 70, конечно, она. Ух. А для чего это? Для окрошки. Да я, ты уже покупала, все лето покупаю для окрошки. Ну, все правильно. И толку, все время, да, все впустую. Угу. Ну ладно, может когда-нибудь будет. Надо она. Еще купить либо квас, либо сыворотку, либо воду со сметаной для окрошки. Сметана? Да, ты услышала, матюки? Угу. Воды с крана налил, долил туда майонеза или сметаны, и все. Иди в задницу, я тоже хочу. О, понял? Ага. Он будет есть ее. И с водой из крана. Без проблем вообще. Я сделаю. О, отдельно. Красота. Костя. Ой, не клацает, руки сухие. Пакетик. Какой? Уничтожил. Смотри, вот это вот. Вот это вот. О, просто. Не. Это кайф, а не яблоки. Кидай. Один. Два. Хватит. Три. А ну, подвигайся. Здравствуйте. Тёма. Выбираем топ. Правильно?
Да. Вот это вот Тёма, яблоки, он же как не в себя. Угу. Швыряй. Зай, сколько их брать? Ну, хватит. Много. Ну, хорошо. Ну, пачка 19. Кидай уже. Бабочка 19. Корзинка наша там, слышишь? Как я могу? Кинули корзинку, главное. Тут кое-что добавилось. И у вас по сколько на цене? По цене добавилось? На 40 гривен. Там 20, там 20. А яблочки, надеюсь, Костя понесет отдельно? Или я понесу яблочки отдельно? А ты понесешь эту корзинку? Да? Я отдал? Да. А что ты делаешь? О, 50 гривен. Отлично. Спасибо. Ой, кстати, а по весу как-то одинаково, да, почти? Одей все. О. Пошли, нас кинули, Костя. Теперь тебе все почеревено, да? Да. Уже не знал, что такое существует. Да, да, пойдет, нормально, нет? А это на что тебе? Это чтобы были на борщи на такое. Что не забыли? Да. Пошли. А, сейчас. Взяла, отжала. Адаптировала, отжала. Спасибо. Проблема решена. Пошли в эту сторону. Ух ты. Зай. Смотри, какая крутая. Быстро испортится. За стол нельзя брать столько. Так у нас Костя в гостях, она не испортится. Колбаса еще надо, Леша. А, колбасу он не ест, он только лук ест. Да. На этот самый, на крошку. И немного колбаски, это на сколько оливье там? Или ты знаешь, что там Костя придет? На крошку. А-а-а. И не все. Я понял. Ты вот это мне хочешь дать? Что? Идем, 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 идем. Давай, давай, прямо, прямо, прямо. Можешь сбить кого-то, если они не обидят. И налево? Да, и налево. И еще раз налево. А что, ты сам не мог взять? Нет. А потому что я вижу, не можешь убрать? Конечно. Эй, что, серьезно? Да. Тут и должны быть. Ну все, заедем в другой магазин. Я вишневый. Не, ну можно сейчас... А, мы же взяли к чаю. Это все тебе. Костя, держи. Ты выйдешь за меня, да? Слушай, это ад для перфекциониста, понял? Тёма взял, положил. Туда, куда не надо, да? Ага. Эх, ну ладно. Ага. Они вкусненькие, блин, тоже хочется. И проходите мимо. Моя прелесть. Это серьезно, берешь черный хлебушек. Да-да-да, я понимаю. Да, кладешь да. Вот этот маленький кусочек рыбки и вкушаешь. Ну, конечно, капец, смотри. Они же еще рижские. Так, о, я вижу дешевые. Сколько эти стоят? Я нашел вообще тебе за 47 большую банку. Те, та туда. Ай, за что? Идем. А есть шпроты еще на автомате. Идем. Положи ее вниз или сюда. А, вот сюда вот может. Стоп. Мама, покатай меня. Да. Покатай меня. Отлично. Сейчас Тёма покатаю. А где моя вода? Какая твоя вода? А не мама моей воды. Ага. Зая. Ты такой весь беленький, загореленький в беленький. Мама. Угу. Мама. Черный в белом. Дорогая, конечно, но зараза вкусная. О, ну, поехали. Раз поехали. Давай, третий, включай, поехали. Помимо времени. Ага. Свалили. Ленту будем приобрести. Не надо. Чего? Ленту сломаю. А, он уже закрыл. Там написано было убрать стаканчик, а потом закрыть дверь. Дверцы. А он приказывал мне, ты видел? Убрать стаканчик. Это что, шутка? Я предлагаю сделать, да, обмен. Короче, сделали мы одно латте. Да, там вот в том автомате ладно. Заказали. Здесь нету ни сахара, здесь чисто кофе просто с водой. А здесь помешай. Что это такое? Помешай, будет там кофе. Капец какой-то. Давай. А может им точно надо звонить? Там сделали латте, там просто. Офигеть. Короче, смешали мы два кофе в одно. Костя говорит, что он так нормально попьет. Ну, мне добавилось сюда самого кофе. Это значит кофе два в одном. Два в одном? Угу. Возле машины будем или где-то здесь? Возле машины будем. А почему? А потому что там уютнее. Ну ладно, пошли. Там можно в багажник завалиться. Переходите, пожалуйста, на дорогу. В неположенном месте, все правильно. Нора проедет? Да. Нора проедет. А, норка? Норка. А можно вот это вот, вот так вот открыть?
Да, конечно. Папа! Я разрешаю тебе переставить, только вот это убрать отсюда. Папа! Я не разрешаю папе кефир. Понятно, правильно? Давай, давай. Я не весь, я в том, что... Переживаешь, чтобы не порвалось? Ручечки, чтобы остались на месте. Желательно. Чтобы они были вместе с пакетом. О, смотри-ка. Супер, мне все как нравится. У себя дома там. И да? Желательно воду положить. Какую? Вот эту. Это нашу? Давай, ты смотришь. Красавчик. Я старался, да. Так, ладно, так, это теперь нам надо съесть. Прям здесь. Стол готов. Отлично. Мое. А теперь возьми, нет, пожалуйста, твоё... салат один и салат второй. И сравни цены, чтобы мы не подрались. Такое возможно? 35,98, 35,98. 180 грамм ровно. И там, и там. Мне кажется, все планеты сошлись в одну линию, чтобы так получилось. Чтобы мы не подрались. А как она это сделала в салате? Костя! Случайно. Пожалей свое с худоком. А это ты зачем отдельно положила? А я не знаю. Я в шоке. Серьезно, нифига. Так, это тоже мое? Но можно это постанова. Это постанова, 100% ты переклеила чек. Нет. Костина. Да. Костин хлам. И это твой хлам. А это отлично. Моя вкусная еда. Десерт. Давайте эти вилки, ложки, пожалуйста. Нема. Я уже кушать хочу. Так ты это. Постановочный салат хочу съесть. Давайте, а то, мне кажется, дождь начинается больше. Вы не будете много разговаривать, будете голодны. Получалось, смачно. Мне получилось на 24. Хомяки два. Мы же с Тёмой поели. Отлично. А вы еще нет. Я вторую порцию ем, а ты говоришь, о, вот он специально дразнит нас, дай. Он приехал там. Боже, смотри, какой красавчик, ё-моё. Красивый, белый Lexus. Офигеть. На правильный. Зая, жуй! На правильной подвесочке, видишь, вот такой? Смотри, он больше, чем вот это, что рядом стоит, и получается, да? Недоразумение. Да, и из-за того, что он колеса внизу, смотрится меньше. Ты сюда поближе, да? Не, он назад будет вставать. Падает. Ну, ничего страшного. Офигеть. Вот если бы я не посмотрела, оно упало. Может, это такой лучше, да? Это можно сфоткать и поставить на обои. Ну кто опять вот такое вот? Смотри. Какие умные люди. Почему-то мы свою отвезли. О, смотри, сразу. Оп-оп-оп-оп, зай. Что? Не успел. Зря. Вау. И улетели все. Угу. Круто. Шикарно. Мне нравится это. Ну ты же с раскладушками никогда не был. Мобильного телефона раскладного. Не, подкол-то, конечно, все понял. А как ты мог понять? Ну ты что? Не, у меня пинг, у меня задержка. Пинг? Ну я же говорю, да. Задержка она такая. Вечно подставу делает. Если, кстати, позвонить, узнать по магниту. Ну, звони, узнавай, потому что нам осталось тут доехать. Мы сейчас попробуем заехать. Тоже нашли один сервисный центр. Узнать по поводу... Починить надо. Да, починить поеду. Куда? Прямо. Потому что мы узнали, чтобы купить новую, это очень сложно сейчас, потому что это, наверное, даже невозможно. Ну, какую-то чушь за 2000 гривен можно купить. Назовите адрес, пожалуйста. Записывай. Прямо и накриво. Улица Пушкина, дом Колотушкина. 5 минут, сейчас будем. Да. В канале отремонтируй, сделай. Отлично. Наверное. Но это не точно. Тихо-то такая. Тёма! Я пойду туда сам. Помокнешь? Тёма, скажи канализация. Канализация. Как? Канализация. Что за канализация? Скажи канализация. 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 Канализация.
Канализация. Канализация. Канализация. Канализация. Канализация. Канализация. Вот видишь, когда делаешь на волос, тогда что-то получается. А, хватит. Как думаешь, Танюша, если я себе это воткну в ухо, и вот так вот будет у меня лучше соединение с космосом? Да, 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 да. Потом у меня что-то... Канализация. 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 Кувырок из-под выпады. Кувырок из-под выпады. Кувырок из-под выпады. А что тут слово? Кувырок. Кувырок из свободы. Перепад выпад вертом. Так, текай. Там такие классные ступеньки, да, Тёма? Да. Такие, такие мяу. Залазь, открыто. Только на свою сторону. 50 на 50. Все, тогда, спасибо вам огромное. Всё, спасибо, все хорошего. Будем иметь в виду. Дынь. Коста! А что, он с нами? Ты тоже едешь? Ну, блин. А я уже понадеялся. Что никто не едет. Ладно, поехали. А были еще у одних людей. Так, ну мне, наверное, надо окно закрыть. Оттуда капает постоянно. Давай я свое открою. А, не надо. Капли стекут. Короче, что нам сказали? Ну ничего, мы бы попробовали и у этого человека антенку другую, знаете, подсоединить. Друг, один шанс крохотный, но он не сработал. Тут видно, что он ее сбросил тоже на заводские, поставил несколько своих GPS-тестов там, короче, в магнитоле. То есть мы все попробовали, все работает, все четко, а вот опять же GPS не хочет. Сейчас заедем еще к одному, заедем еще к Славику, вот. Еще с ним поговорим. Дальше разберемся, что делать. Мы, скорее всего, будем дозваниваться туда, там, где мы ее покупали. Надо дозваниваться, да. Вы понимаете, не получается дозвониться. Я звонила на стационарный, я звонила на все три мобильных. Вот так вот и работаешь. Никто не берет трубку. Я им написала. Приезжайте, мы все сделаем, скидку сделаем, все сделаем. Я им написала. Они прочитали сообщение, но никто ничего не ответил. Хотя до этого они писали, если будет возможность, как бы, вы можете нам выслать, мы попробуем разобраться с этим. Ну вот, я не хотела просто далеко ее отсылать, но тут по месту же. Да, по месту ни у кого не получается. Поэтому, чтобы выслать, надо куда выслать, договориться, чтобы обо всем этом никто не отвечает. Заходи, пиши еще раз. Вообще. Правильно, Славкин запасает за дровами, а мы... Не, это, конечно, хорошо, но ты видишь вот эту полосу? Она уже почти тут. Я эту полосу вижу, зайчик. Это та полоса, которая нас застала на палатках. На палатках, да, да. Так что очень-очень весело сейчас. Дежавю? Не надо нам такого дежавю. Не надо. Так, короче, все-таки, говорю, Зай, нужно достучаться все-таки до этих, блин... Как-то попробовать дозвониться, достучаться. Ну это самое выгодное. Они представители этой фирмы, которая... Блин, Славик, я открыл двери. Теперь мне веса не сильно выворачивает, да? То, что на месте выворачиваешь, колеса квадратные. Где ты видел? Где ты это заметил? Я на месте. Ой, мне приснилось. Так, если что, это вот она, эта полоса. Счастливая. Если человек покупал право, он этого не знает. Если его учили, то в автошколе об этом учат. Даже за это не сдал. Угу. Ты должен на месте руль не крутить. Да. Нельзя крутить, да. Руль на месте. Даже я это знаю. Кто тебе сказал? Ты. Он. То есть всегда, когда ты уже сдаешь назад, ты уже вот должен начинать вот выворачивать чудо. Руль. Да. Угу. Да. Да, там стрёмненько сейчас. Да, есть такое. Нет, по-моему, там слишком серо-черно. Темно-синее. Ага. Сине-серо. Буро-малиновый. Нет, бура не надо. Малиново тоже. Что такое у нас преследует? Капец. Сзади учбовый, впереди учбовый. Нам надо текать в его сторону чуть-чуть. Я знаю, куда я еду. В эпицентр. Да. Этого всего. Там всегда безопаснее, да? Какие я фильмы люблю, жанры, Зай? Катастрофы. И все, что связано с вот этим всем, там, плохую погоду имею в виду. Дождь не люблю. Ой, ливень люблю. Снег не люблю. Снегопад люблю. Там вот такое я прям вот почему-то. Не чуть-чуть, а чтобы было конкретно. Мне почему-то теплую это нравится. Теплую погоду не люблю, жару обожаю, да? Нет. А почему? Закрылось окно. Потом смотри, закроется окно. На-на-на, скоро будет над нами. На-на-на. Сережа же прямой наводкой сразу к этим самым сыркам.
Возьми, подержи. Положи мою любимую воду на место. Ой, ты видела? Я видела. Зая, у меня же сердце только что чуть не стало. Там девушка креветки брала. Там девушка креветки набирала. 30-я. А, нормально. Нормально. А, ну я думаю, слышишь, Зай. Я думаю, тут креветки на 100 гривен дешевле. Я думаю, тут можно взять. Вы за 140 брать не хотите. А тут 275. И тут дешевле. Посмотри на стульчик и возьми его в руки. И цену вижу. Да. Он ничего себе. Эту цену. А он такой же, только со спинкой, Зай. Ой, тяжелый. Здесь он тяжелый. Нелег. Ну, цена капец. А нам надо всего лишь вот эти вот штучки. А мне вот это нравится. За 900 гривен? Да. Мне отдельно, пожалуйста. Король. Лакшери. Ну, кстати. Ага. Вот как оно. Так они тут вообще без проблем будут сидеть. Да? Ну, 1000? Да, мне лично за один сырчик. Да, и без шуток. А вот эта штука, она сложивается просто, чтобы она сложилась? Да, чтобы ты могла вот так сидеть. И так можно сидеть? Да. Куда пойти, пожалуйста? Ну, и плюс ты можешь стул сложить. Прикольно. Если честно, прикольно. А вот это чем отличается, что оно дешевле, Зай? Я была в отделе рыбки, мне еще раз туда надо. Нет, туда не надо. Надо. Ой! Ёжики зеленые. Ой. Маленькие, почем? 115 гривен маленький. Стесняюсь спросить, сколько вот этот? На 1000? Да. Где-то так. Ой. Да ну нафиг. Поэтому люди пикнули и положили. Я не готова. Ага. Я тоже не готова. Пиздец. Жесть. Ой, боже. И это же освободители. Это же нас освободили даже от арбузов. От хороших цен нас освободили. Солдские арбузы. Помню, что под 2 гривны килограмм было. Что за гадость? Что ты, это мне? Это хвата. Раньше я пил по 2 бутылки в день, а теперь спасибо. Я поставлю ее с этим рядом. Как его? С чупа-чупсом в баночке, которая у меня дома. Все, пошли. Потому что он так же стоит, как чупа-чупс. Это почему не жалко? Жалко у пчелки. А ну стойте. А пчелка на елке в лесу. А лес далеко. Курил не капает еще ничего? Нет. Еще не капает. Мы, наверное, не очень романтично стали, я так понимаю. А мы в сторонке вообще-то стали. Ну ладно, отойдем. Когда-то обещал? Что обещал? Трусов дал? Если вы будете делать, но это вам. Ты трусов нам принес? Конечно. А-а-а. Будет у нас сода и... ну да. И это. Спасибо. Не мазаешь? Зайка, это твои. Теперь тебе надо будет носить красный цвет. Красный. Только не кидайте эти носочки чем-то белым стирать. Конечно нет, носочки все руками. Если цветные. Ну конечно. Так, все забрал, все это самое, можно валить. Я даже не по встречке ехать, или туда лучше? Можешь прямо. Боже, Зай, посмотри на небо, какое оно красивое. Вау. Ты да? Тут можешь вот выехать, но когда ты будешь уезжать, там ямки. А у нас пошел дождь. Смотри, Кость, ты ни разу не видишь это? Вау. Какая полоса. Полосой пришло, полосой уйдет. Но там дождь идет. Там прям там хорошо и красиво. Бабушке сейчас будет очень весело. В ее сторону идет. Угу. Мяу. Потоп. А что же мы проехали? Нам бы на ту сторону, на ту вообще-то. Сторону, да. Знаешь, перебежим. Так, а сейчас. Майонез тебе не надо, ты сказала, я понял. А, смотрите. Мяу. Вот затопило слегонька. Трошки, зовсім трошки. Надо в магазин. Завтра ожидается гроза? Да. Она и вчера ожидалась, и сегодня, и завтра тоже, и сейчас. Во всех смыслах. Прикольно, дождь вроде идет, но вроде и нет. Понимаю. Показалось. Да! В левый глаз капнуло, да, в правый глаз капнуло, да? Пошлите в машину, пока не замочило. Так, Таня с пакетиком. Да. Это не Таня с пакетиком, это пакетик с Таней. А, пакетик с Таней, да, не ну, так конечно. Сказал, простите. Тоже возможно. Фокус, о? А что, так можно? Еще чуть-чуть бы. Ага. Хорошо, что он большой.
О, сразу двое. а может надо мной будете держать? Потому что мне за шиворот капает неромантично. Опа, и натекло. Давай, подожди. Натекло. С чего? Наверное, с вот этого. Ну да. Ой. Ну, как всегда все. Все как всегда. И что с этим делать? За одну замотай в эту или вытри ее? А теперь вот надо с этих сот вынимать все. Он уже засохнет и вонять будет на весь багажник. Угу. Дичание. Извини. Я тебя преследую. Ага, я так и поняла. Так, у нас есть... Миди. Так лучше. Так хуже, мне далеко. Так по свету. Сметана раз, сметана два. Сыр за 72 гривны. С ума сойти. Колбаса за 116 гривен. С ума сойти. Редиска на 53 гривны. То же самое. Огурцы на 16 гривен. Ну ладно, пойдет. Там футболки остались. Аккуратно. Угу. Это я не знаю на сколько гривен. 20. Так, смородина, положи туда. 20 гривны. Лохина. 20 гривны. Хлеб. Еще моя вода. Мистер Мускул. Который должен был в машине остаться, да? Да. Плечо куриное 135 гривен. Вот. Сырок. Крабочки. Крабовые палочки, крабочки. 62 гривны. Или 66. Лопатка 230. Яблоки 47. Кайфовые яблоки, вот реально. Подожди. А по-моему там был еще мой пакетик в машине. Ну а я же откуда знаю, там ничего не было больше. В багажнике не было вроде ничего. Да, там были, Таня говорит, помидоры. Да, я на работе взяла помидорок, ну ладно, ничего с ними до завтра не будет, на улице не жарко. Давай пару бутербродов сделаем, зайчик. Да? Потому что докушать это будет так далеко. Ну, чтобы его быстро перекусить. У нас природа там еще еда есть. Можем взять хлеб и открыть консервы. Есть вариант. Быстрый. Давай. Все, люблю, целую, бывает. Так, что быстро что-то приготовить, знаете, что я наделала? Если что, это мивина. Там колбаса. Фин почему-то еще разговаривает. Кусочек помидорчика было, кусочек перчика было, все туда. Дальше я туда добавлю кетчуп, майонез, кукурузу и яйца. Туда, все туда, когда сейчас тут вода выкипит. Мне кажется, это будет вкусно. Если честно, абсолютно понятия не имею, какой будет на вкус. Но почему-то мое понятие об этом блюде, кажется, будет прикольным. Так, кабачки открыть. Вкусно пахнет. А чем бы их переложить? Наверное, вилкой. Может, так будет трошки лучше? Что ж такое? О! Кто? Здрасте. До свидания. Понял. Я просто хотел задать один лишь вопрос. Вопрос... стол можно поставить, а не вопросы задавать. Да? Да. Понял. Они просто не видели, что я тут делаю. Направили меня. Заня, стол ставить! Тёма, ты ж кушать будешь? Будешь. Кого я спрашиваю? О, вот это я понимаю, ложечки. А, куда ставить? Пойдёт? Эу. Ой, ничего.
Клас. Та ми кабаки будемо кушати. Кабачки. А ну нюхай. Ну, это что Костя хотел попробовать. А что Костя? Ну, ты лапшу по-флотски, типа. Макароны. Нет. Сейчас попробуешь, скажешь. Ну, что-то там с овощами. Что это? Мивина? Или не? Мивина. Сейчас Костю дождемся. Это мивина. Никто тебе не скажет, что это. Это мивина? А он не там будет. Все... Закрой его, там он не будет. Закрыла. Это мивина? Мам. Надо вообще-то приоткрыть шторку, еще на улице светло. Идем кушать. А ты мне вина? Давай начинать кушать без него. Заходь, убежина, дитина. Спасибо. Так, стулья сами себе организовывайте. Уже. Мама, дайте что-то. А? Так. Эй, 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 хорошо. Да это мне, конечно, стул, спасибо. Быстро отвал с моего места. Возьмите, пожалуйста, дистанционку от солнца. Какая дистанционка? Это пульт от солнца, хорошо. Дистанционное управление. Дистанционное управление. Так, теперь быриком взяли все каждый по ложечке, по вилочке, точнее, и попробовали. Что это? Что это? Ага, понял. Прикольно, вкусненько. Интересно. Ну и что ты понял? То, что я говорил. Что это? Это что-то очень непонятное, очень-очень вкусное. Ну и все, значит, хорошо. Что это? А Зая, я бы сюда хлеба добавил бы, кусочек. Да? Хорошо, сейчас дам. Это мивина, колбаса, яйца. Немножко овощей и яйца. Серьезно? Да. Нет, сочетание нет, прикольное. Нет, не надо мне ничего на ушко говорить. Надо. Знаешь, что Тёма говорит? Что? Я вообще-то наелся, я вообще-то не хотел. Ты что, серьезно? Я сейчас телефон заберу. Давай, кушать, потом будешь играть. Я босс прохожу. Верни айфон. Верни мой телефон, пожалуйста. Я кан прохожу. Да я кан прохожу. Ты вот здрасте, пойду. Честное слово. Я кан пройду. Завтра. Завтра. О, романтик. Что это мы тут делаем? Звук выключен на телеке. Ага. А то там много разговаривают, а? Угу. Что такое, как дела, зайчик? Что, а поговорить? Что вы думаете о сегодняшнем вечере? Вам нравится? Чай вкусный? Чай, спрашиваю, вкусный? Был. Что ты с ним делаешь? Да, мне же губы пекут. Так тебе и надо. Как будто я что-то делал. Чай пил. Чай пил? Да, я пёк губы. О, Боже. Ты лучше скажи. Не надо ничего говорить. Что мы нашли? Ты говори, я думаю, тебя поймут. Давай. Ну, давай. Говори. Мы нашли это. Два варианта, кто нам сделает магнитол. А что? Гондолу? Ага. Кто нам создаст гондолу? Да, ну, блин, ся. Куда поплывем? Не, серьезно. Короче... А с тобой что происходит? Истерические слезы. Долгими мучительными путями, с трудом. А одну Таня нашла. О! Так тебе и надо. Выключите солнце, пожалуйста. Нет. Страдай. Нашли, короче, сейчас реально одну, короче, вариант, что Таня нашла, а второй Костя. Угу. Завтра мы поедем по Таниному варианту, потому что он находится вблизи от нас. А Костин вариант находится на 30 километров от нас. А, нет, стой. Нет, ты сказал там, а ты сказал в соседнем городе. И так, и так. И в соседнем городе и там. Это он? Это два разных человека. А, так да, это у нас три варианта? Да. А, так довольно-таки неплохой шанс у нас. Открыт. Ну да. Ты что, этого не понял? Потому что мы только что искали, например, наподобие такого качества, как купить магнитолы реально, как у нас. Ну, Костя, не дашь соврать. Угу. Просто магнитолы 5, 4, даже за полторы есть.
Как она, как я, ну, я не понимаю. Ну, то, ну, наверное, сенсор, который, знаешь, чуть-чуть наклонился. Чё? Ну, ты же понимаешь. Ну, да. Короче, нету нормальных магнитов, вообще нету. Как бы просто искали какую-то определенную магнитолу. Не определенную, я же все профессионалы. Ну, просто все абсолютно искали, и типа варианты 4-5 тысяч, даже не с достаточным функционалом, который нужен, вообще, на самом деле. Вообще, по сравнению, после этой, знаете, как говорится, такое с лучшего на худшего переходить, ну вообще, да. Ну, вообще не камильфа. Даунгрейд делать как бы не очень хочется. Мне магнитола прям вот на 100%, ну скажи, прикольно. Офигенно. Мне она быстро работает, не тормозит, не глючит, ну... Случилось такое. Единственное, что сейчас тормозит и глючит, это твое лицо. Я не серьезно говорю, ну, не болит. Оно у тебя уже красное все, у тебя давление скакануло. А это без шуток. Боже. Ну, больно. Спасибо. Спасители звонят. Пожалуйста. Прямого в переносном. Знаете, что я собираюсь делать? Не знаете, а я знаю. Варить кокорвусом. Да, ничем не пахнет, потому что с холодильника. Эй! Ты чё? Туда тебя. Чё мелочусь? И у меня ещё трошки есть маленькой. Хи-хи. Где две кастрюльки. Одну сейчас кушаем, а одну я сварю и возьму с собой ещё на работу. Красота. Кукуруза. Да набирайся давай быстрее. Ну, еще. Я понимаю, что ты взлетишь наверх, но еще. Вот так. Я иду на запах. Ой, а ты что, всю сварила? Да. Ты что, сумасшедшая? Нет. Мне кажется, да. Да. Надо было не всю варить. Надо было всю варить. Что такое? Ну, потому что надо было всю варить. Я завтра с собой на работу еще возьму. Сейчас мы наедимся. Я хочу наесться кукурузы. Ну, ты съешь две. Если съешь три, тебе будет плохо. Не, ну я же не против, чтобы тебе было плохо, конечно. Главное, чтобы не было мне плохо. Ну, Костя, Тёма, штук 10 съест. Тёма одну маленькую. Ауч! Наказать. Не, зай. Я тебе серьезно говорю, ты походу перегнула палку. Да? Ну ладно. Ну я уже сварила. Ну ладно. И что, будешь всю теперь вынимать ее? Нет. Ну тут теперь и оставляй. Смотри, какая. Шикарная. Тут еще там она что, блин, без ограничений. Зая, там еще. Не, я тебе. Короче. Ну ты реально перестаралась. Но тут вообще штучек 10. Каждому она же так быстрее пропадет, чем готовая. То есть, чем сырая. Зая, тут штучек 10, каждому по 2 и по чуть там по половинке по какой-то. Все, разговор окончен. Идем кушать. А эти штучки тут или там? Эти? Там. Зай. Все, ничего не видно. Да ты посмотри, сколько она наварила. Ого, ты кого столько наварила? Говорит, вот ты ешь, а это мы на двоих. Нифига себе. С ума сошла. А если ее в микроволновку засунуть, попкорн из нее будет стрелять? Сейчас проверим. Вот эти, знаете, все ваши лайфхаки из ТикТока, если взять качан, засунуть в микроволновку, вопрос, горит микроволновка или качан кукурузы? Микроволновка. Все, идем хавать. Только не чисто на стол, но эту штучку. Костя, я кому-то сказала. Фу, мне стало жарко. Я принесла. Зая, я принесла соль и тарелки. А кто-то стол поставит? Так он же сейчас всю засунут в квартиру. Это что такое? Быстро, 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 быстро. Там Костя из этой шутки. Вон оно в чем дело. Это я виноват. Да понятно. По стандарту. По стандарту, а как могло бы быть просто иначе? Ого. Ого, да. Геть. Красота. Быстро вымазал зубы. А ну пробуйте, Зая. Погоди. Какие годи? Куда погоди? Какие годи, непонятно.
О, чей-то кирпич лежит. Ну, и телефон. Выкинь его. Только вчера купил, теперь у меня два телефона. Отлично. Два топовых телефона. Теперь у меня ноль телефонов. А у Кости минус один. А у Кости минус один. Давай, пробуй. Зато теперь у меня есть вот это. Обмен? Нет. Ну так же, как и ты. А что я должен пробовать твою кукурузу? Давай, быстро я сказал. А тебе что, не нравится ее кукуруза? Не буду ее пробовать. Ты ее купил, вдруг она отравленная. Куда ты взяла желтую? Да. Положи. Вся желтая моя, тут только две белые, так что извините. Ты без проблем. Наверное, вкусная без соли. А еще скажи, что похоже на берденскую. Почти. Сорт не тот, но она тебе понравится. Мне не понравится. Тебе понравится? Не понравится. Все, она классная, она вкусная? Она плохая. Сейчас Сереже только дам шалбан. Если я скажу, мне не понравится, мне не жить. Пяткой в ухо. Как и в ухо, понял? Знаешь, понравится, во вкусное. Да, главное допрыгнуть, а? На всякий случай чайник стоит? Да. Чайник стоит, это хорошо. Оно. Это плохо, оно видно по нему. Не, неплохо, оно хорошее. А как что ты неправильно кушаешь? Ну, я как яблоко уже, вместе с качаном. Думаешь, вкусно будет? Не знаю, не пробовал. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, не забывайте за колокольчик. Да. Всем теплый. Ты должен был сказать, чтобы вышло новое, тёмные слова. Чтобы вышло новое интересное видео, слава Украине, героям слава. Пишите комментарии, подписывайтесь. Всем вкусной горячей кукурузы и сочных арбузиков. Вау. Тёма, он где-то... Ты свою речь говоришь? А? А вы ставьте колокольчик. А, ставьте колокольчик. Чтобы вышло, ну... А чтобы вышло новое интересное видео, всем слава Украине, героям слава. О! Все, ребята, всем пока, всем до следующего видосика. Мы будем кушать кукурузу. Причем вторую в этом году. Да, второй раз. У кого-то первую. Ты первую? А ты жила не тогда? Нет, конечно. Конечно. О, знает. Когда что-то кушаешь первый раз в новом году, да. Надо загадывать. Серьезно? Вау, нифига себе. Ладно, я загадываю. Давайте загадывай. Это папина. Да не, за этим желтых скуча вообще-то. Значит, ты забрала. Я загадываю. Все необходимые ссылочки в описании. Так, всех обнял и поднял. Давай, все, загадывай. Взаимно. Всем пока. Всем пока. Да. И прям посередине вкусно, слушай, кусают. Хитрый. Горячий, наверное. Правильно. Вкусно?